Следственный комитет проводит проверку по факту обнаружения тела пожилого мужчины на улице Дворцовая. ЧП произошло накануне днем. Труп мужчины на крыльце одного из домов обнаружили утром прохожие. Вокруг головы погибшего образовалась огромная лужа крови. Негодование очевидцев и горячие дискуссии в соцсетях вызвал тот факт, что тело пролежало таким образом несколько часов. А ведь напротив места происшествия расположен Дом культуры имени Васильева. Ходят дети, туристы. В 10 утра я приехал на работу, как бы увидел, что лежит пожилой мужчина, как бы с разбитым лицом. Стоял рядом скорая помощь, получается, да, позвонил. Подошел в карету, и шел врач как раз. Я говорю, что закройте его хотя бы тело, ходят дети, как бы тут и Рахманинова школа, ДК Васильева, все на занятия идут. Он меня в грубой форме там послал на 3 буквы, как бы, да, иди куда идешь, как бы, не твое дело. Впрочем, представители скорой ссылались на то, что категорически запрещается что-либо делать с телом до прибытия сотрудников правоохранительных органов. Как стало известно, погибший – мужчина 1942 года рождения. Точные обстоятельства происшествия еще только предстоит выяснить, однако по предварительным данным – это несчастный случай. Возможно, мужчине стало плохо сердцем, и он упал, разбив голову о ступени. В ходе осмотра места происшествия следователям внешних признаков насильственной смерти на теле мужчины не обнаружено. Для установления точной причины смерти назначено судебно-медицинское исследование. В настоящий момент следователям устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.